Давай, балцы, ты щенка. Давайте, парни, покажите, кто здесь щенки. Да вы чё, ну как? Следующий раз во втором круге Рус. Бля, по щенячьим, блядь. Всё. Агрессии нужна победа, каждому своя война. Никто не будет ждать, сейчас или никогда. Надо решать сотни причин закопать талант, и лишь одна — выйти и сыграть. Агрессив в деле — это наша игра, и с нами миллионы от лужников до твоего двора. Это шанс, чтобы всем все доказать, мы никого не оставим на своих местах. У Игоря девочка появилась новая. Да не появилась. Появилась. Да это они мечтают. Это Жмешкин? Да, вроде как. На работе. Где ты просмотр был? Егор, ты похудел? 10 апреля. Блять, никуда стукнешь. А у нас субботу с Русью, да? Да. Сейчас буквально один нюанс. Стараемся играть в своих зонах, и, соответственно, я страхую Кулика, он меня. В каждой из зон. Мираб Егора, Егор Мираба. Все, Петь, начинай первый. Поехали. Хорошо, Кулик. Как называется отбивная, которую делают игроки агрессии с принципиальными соперниками? Как? Биф а-ля Рус. Это нормально. По какой схеме будем с Русью играть? Ну, я бы хотел, чтобы мы сыграли как всегда. Но буду исходить из того, сколько людей придет. Видели, как вы они нарезочку сделали? Давай лайк поставь, пожалуйста, поставь лайк. Давай, а лайк. У меня нельзя, я что-то не зарегистрировал. Блин, надо. Давайте все зарегистрируемся и будем ставить лайки. Ложи в руку. В ноги. Давай шнурки завяжу. Мы сыграли раз в одно касание, два в одно касание, три в одно касание. Где были синие в этот момент? В домике. Правильно, в каком-то домике. Только да. Всем до свидания. Спасибо за тренировку. До свидания. До свидания. Вот одна из тренировок. Андрей, я вас жду. Шурман Жанович, а где у вас зарядка? Ребят, вещи можно, давайте в тренерскую занесем, потому что здесь у нас это будет волейбол. Давай быстрее, ребят. Бля, я хотел сразу после тренировочки пивасик попить. Мы не пьем же, брат. Пизду, блядь, развиваться. Я пьяный, что ли, Паш? Не, ну я... Капитан. Паш, сколько ваших? 6, да? Да, давай, жилетки тогда. Хорошо, что запах не чувствуется. Так, синий начинает. Рома! Там лед, снег. А что, у нас игры не будет, да, выходные? Не, говорят, агрессию не приедет. По старославянскому в конце был твердый знак, но все обычно называли Русь. Первая команда вот агрессии, когда нас называла Русь. Так 2-3 бутылочки пива никому не повредит. Да вообще команда алкоголиков, так сказать. Собутыльники одни собрались. Ну, такие микропосиделки, они сближают команду. Ты можешь высказать, ты сказать ему: ты гондон. Он тебе скажет: ты гондон. Потом обнимитесь, поцелуйтесь, грубо говоря, попьете пивка и все.
и забудьте. И потом ты на поле раскрепощен, он тебе крикнет «дай», и ты не поворачивай голову, на его голос отдашь, потому что ты доверяешь ему. Это обычная команда, кроме одного нюанса, то, что их снимают, то, что они более популярны, чем все остальные другие. Вот. А так, а что, обычная команда, можно играть в футбол, они такие же люди, как и мы, две руки, две ноги, одна голова. На соседнем поле умер человек. Не выдержал сердце. Я ебу, блядь, что с ним случилось? Знаете, что случилось? Да нет. Второй человек, сердце сами, если не знаю. Приехал. Ну что, кранты, что ли? Ну да, пока, да. Пока? Что дальше? Что, ребят, борьбе? Пойдем. В сущности, осталось два дела. Оформить выход во второй дивизион и провести ближайший матч в субботу с командой «Рус». В первом круге, когда игроки начали побеждать всех уже во втором дивизионе, был скандал. Потом после игры без всякого нашего участия, кстати говоря, отстранили по жизни судью от ЛФЛ. План запрещен. То есть вы пытаетесь... Петь, может, помолчишь, что-то разговорчиво больно сегодня? Вообще из головы не идет, конечно, такая прям жизнь. Шейка Гиряд качали. Продолжается игра в футбол, ну что, поле арендовано, куча народу пришла. Очень много разговариваете. Прям чересчур много. Прям как бабы, еще немножко, и как бабы будете. Как-то нет ощущения, что у нас предстоит суровая игра в субботу. Время, матч. Вас выебут просто и в рот, и в жопу. Я не знаю, в голове это у вас сидит или не сидит. Все перед игрой складывается так, что может быть будет трудно, там нервно и так далее. Что я могу вам сказать совершенно точно, все останется в рамках футбольных правил. Там будет все руководство лиги на игре. Не потому, что я просил, а потому, что так складывается жизнь. Думаешь, я сомневаюсь, что вы нормально сыграете? Нет. Вы хуебете. Я сомневаюсь только, что вы не завелись, что вас не покалечили. А то, что вы сыграете нормально, Петя, здесь, по-моему, никто не сомневается. Можно уже испортить. Но если, конечно, только ты опять не забудешь ходить по пустым воротам при случае. Как это с тобой иногда, Петя, бывает, да? Взвешивался ведь, Егор? Ну... Взвешивался. Сколько ты есть? Я сегодня с утра взвешивался. Сколько было? И было как-то странно. 80. Но там... Ахахаха! Сколько было? Там на весах там было 83. Секундочку. Сегодня утром у Егора на весах было 83. Если он в будущем сгонит до 82, тогда и получит телефон. А если... Мы взвесимся, он будет весить больше 83. Я загадываю желание. Ребон, ты молодец. Давай, 83. Здрасте. Здрасте. Кофейку можно сделать? Конечно. Американо. Что, ты здесь с собой? Я, ну, в смысле, за столиком. У нас сегодня на 95% не будет Алтунина на тренировке. Потому что его взяли в Химки, в дубль. Может, сложится у Антона судьба, наконец. Но мы двигаемся дальше. Сейчас человек, который, в общем, не нуждается в представлении, потому что я уверен, что вы уже в любом случае его заметили, это невозможно было не сделать. Василий Лукин, приглашаю с удовольствием на сцену под ваши аплодисменты. Дело заключается в том, что огромное количество людей умеют играть в футбол и хотят это делать. Всего лишь нужно немного помочь. Команда «Эгриси» — это и есть команда района, команда улицы. Таких проектов будет больше. Потому что они любопытны, потому что они рассказывают о тех же людях, как вы сами, потому что они могут подсказать вам, что вы сами упустили и чего вы еще не сделали. Посмотрите, мимо чего вы проходите. Попробуйте заняться этим. Это весело. Спасибо. Здорово, брат. Сосед. Сосед Петра. Сосед с детства. Да, видишь, Василий сейчас сказал, что нас не уважает. Да. Это надо их выебать с ним. Нас нас обыграют, и все. Да, это будет жестко. Победа или смерть? Как на войне, блядь. То есть ты, короче, будешь ножик достанешь и давай? Не, я буду играть в футбол. В 5 выходим прям точно. Да, я тебе, ну, я тебе зайду к тебе. Видел фокус? Без ключа дверь открыл. А если неправильно ведешь, сигнализация срабатывает, и мусора приезжают в течение 30 минут. Все медальки, смотри. Чемпионат России выиграли. Блин, наверное.
дополнительно. Вот, Шухрат, это еще... Я еще даже до футбола даже не знал, что такое. Там, по-моему, даже еще хоккеем занимался. Ну, росписи всех игроков. Типа лучшему разыгрывающему. Ну, кубок говно, конечно. Алюминия. Хуета. Да не злая мы команда, не злая, просто так получилось. Все хотят выиграть друг друга, тем более их сильнее все хотят выиграть. Все, потепляло, можно и за команду поболеть. Сегодня будет вечер, битва. Ты придешь? Наш фанатка, что ли? 84,5. Привет. Есть сок. Будешь сок? Слышь, Егор, мы вон туда пойдем, вон машина. Алин, пойдешь с ним в кино? Что? Пацаны тебя кто-то звал. Кто? Короче. Может, магазин за водой? Помолчи. У нас еще 2 часа. Че? Как будто мы на выезде. Что не заходите, да? Да. Гуляем всей командой. Все, мы всех подождали. Пойдем. Да, пойдем. А, Коля, Коля. Когда бы ничего не спорили. Не, сюда, сюда. Здорово, Серег. Налево. Нормально, ты как, Серег? А мы сегодня играем с Эгресси. Знаешь такую команду? Уткина. Блин. Наши соседи, зэки. Почему Русь такая гопота? Не мы так и жизнь такая. А я, знаешь, представлял. У меня там интервью берут, я там мастер спорта, там, блядь, вот. Чемпионский пояс я взял вместо Хабиба, да? Но он исполнял такие движения. И ногами, и хай-кики, и лоу-кики, и мидл-кики. Все исполнял, блядь, что так на скорости. Ёб твою мать, я смотрю, я ж прям, блядь, даже встал у меня, нахуй. Хуй, блядь. Здесь самое опасное место в Алтуфе. Вот выходят эти люди, знаешь, эти менеджеры завода. Вот, как нахуяриваются, нахуй. И начинается дебоширово. Выхожу, лето, тоже жара. Выбегает Серега, вот которого, который, ты, нам желал, который да, помахал рукой, его брат Фидлер. Он сидел тоже, но сидел в психушке. И он за ним выбегает с топором и лежит, братья родные, стой, пидор, я тебя сейчас убью. Ну проверка была, у него там нашли. Что-то там 10 грамм или 15, что-то такое я слышал. Да он уже сидит. Куда ему команде, он и так психушка. Да, народ стоп. Но... Все на Эгресе едут? Да не, вот не на Русь едут. Можно, пожалуйста, один проезд? Народ стал. А ты тоже на Русь Эгресе едешь? Да. Зря. А, вот Джека. У вас Василий Уткин, у нас депутат. Здравствуйте. Только прилетел сейчас с аэропорта. Аэропортовчик хуя, блядь. На такой матч только в костюмах и приезжаем. Надеюсь, Игорь, там собралось. Сегодня будет хорошая игра. Ждем ее, как последнюю. Здорово, брат. Вы че, привет. Любые бабки, но я приеду. Привет, Тристи. Давай, парни, надо сегодня, блядь, выиграть. Да, ну, блядь. Смысл, ну, блядь, все. Как на войне, блядь, либо тебя убьют, либо ты убьешь. Ну что, один курик, как говорится, серьезно настроен. Вряд ли. Вас накачивать не нужно, я знаю. Мы накачиваем. Особенно курик. Прекрасный московский вечер. Ну, у меня нет ощущения того, что представить какое-то побоище. Просто интересная игра, которую мы ждали. Блядь, пиздец. Я все. Мы на каком поле, говорю, играем? А, на этом. Я что-то отвлекся. Слева Алтунин, двое в центре Кошлаков, Струнин. Впереди начнет Егор. Соответственно, Егор и Игорь, начинайте прессинговать их сразу там. Не давайте им разыгрывать низом, пускай выносят. Надо именно забить первые 10 минут. Про провокации скажу буквально пару слов, но вы все и так понимаете, что не надо на них удаваться. Все, ребят, я уверен, что мы должны сегодня выиграть, мы просто по-другому не можем. Парни, только не заводитесь.
Всем удачной игры, пацаны. Без травм. Команде Русь, на! Привет! Манегрис, наш. Привет! Играем до моего свистка. Молча. Молча. Уважаем друг друга. Все, удачи. Собрались! Ну, давай, давай, Русь, собрались! Тома! Кулик свой, 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 свой. Зажило вот эта рана, которая у него на один, один! Еле-еле. Петь, ты с ума сошел? Нет! Не надо, не надо, Петь, Миш. Да не надо, сошел. Не надо. Если Петя волнуется, плохо. Важно, чтобы он уверенность почувствовал. И этим мы все за тебя. Ну как, ну блин! Это кто, блядь, Егор, что ли? Юра, перехватывай, Юра! Хорош, Артем! Хорош, бай! Два гола не добили. Нулям. Давай, машинка. Игра боевая, Кулику уже три раза прилетело по ногам. Кулик, все нормально. Левая, помнишь, есть еще нога у тебя. Ай-яй-яй. Вова, красавец. Мы могли забить три, нам могли забить один. Счет 0-0. Давай, 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 белый. Фланговый прорыв, удары с очень острого угла. Но они молодцы, они заканчивают ударом почти каждую атаку. Угловой. Вань, ты размялся? Да. Точно? Да. Вот я только чеканку видел. Да! Давай, Русь, собрались 0-0! Как раз хотел тебе сказать сейчас в паузе, что клево получается тот треугольничек с опорой на Лешу, и они там... Курить больше, конечно, индивидуально. Суть игры – это закатить мяч, вот эту вот круглую сферу. Все понятно. Мы их очень сильно раздражали. Они раздражали нас в первом матче. Там чуть ли не до драк доходили. Пошел, пошел, Вася. У нас такого ажиотажа никогда не было. Вот эти все люди, это включая они, меня. Да. Включая тебя, Василия, да. И остальных известных легенд. Да ёп! Ай-яй-яй, вот сейчас мог быть рикошет, конечно, опасный. Леша, в порядке, Леша! Леша попал то ли мячом, то ли соперником. Ну, вроде в порядке. Антон, в порядке, Антон, тащи. Давай-давай, сам, милый, сам, хороший, сам! Ай-яй-яй, Ванечка, добивай! Блин, такая толчья, боже мой. Там вообще не везет, сука, этот мяч уходит чисто к нему. Да не, нормально все. О, слушай, Леша, хотел сказать, а ты что, боишься играть? Я засал. Ну, ему, у него семья, ему надо беречься. Так же играем, спокойненько, без паники. Ничего, так же, не грубо, жестко, спокойненько. У нас замена в перерыве, две замены. Егор вернулся на поле в нападение.
Нападающие много работают, поэтому они играют пополам. И на правый край вышел вместо Кулика Мираб. Но тоже, наверное, для того, чтобы интенсивность поддержать. Нет, ну при чем здесь не идет? Ну, они сильные. Ему не, вот, никак нельзя было забить, понимаешь? Что-то не идет. Что-то сегодня... Хорош! Ну вот давай! Давай, Егор, скрывай! Бей! Айо! Так красиво, да? Десяточка, у них лучший игрок, конечно. Штрафной в наши ворота, это довольно опасно. Пацаны, подождите переодеваться. Мяч не долетает. Мы отбились, все хорошо. Середина второго тайма. Русь повнимательно стала играть в центре. И сейчас мы не владеем преимуществом по мячу. Вот опять мяч пришел к Руси. К Русу, не знаю, как правильно. К ним. Что там? Кто там? Матич, ты ждешь, пока мы пропустим? Давай, пожалуйста. Давайте еще сами сипетки забьем для разнообразия, да? Сколько осталось? Мало осталось, минут 5. Давайте. Минут 10, подожди. Надо уже кого-то выпускать. Струн, готовься, минута. Ну, дерни его, дерни. Сколько осталось? Минут 5, да. Товарищ тебе! Тох! Тох, Антон. Игорюк, давай, надо, чтобы ты забил. Смотрите, вратарь пошел! Ой, а что ты, вратарь пошел? Заходи, выйди, кули! Улица! Алекс, ну это разновидность паники, когда вратарь бежит вперед. Не знаю, не сказал. Что ты вообще? Вот он уже и назад побежал. Все в порядке, Алекс. Бля, ну ты зачем последний ловил? Давайте, идите все сюда. Можете покричать что-нибудь? Да! Да! Я считаю, что мы играли лучше, блядь. 100% в два раза лучше. Блядь. Чисто фартануло выиграть просто. Фарте, не фартануло. Блядь, просто мы не реализовали свое и все. Да. Давай переодеваться, поехали бухать. Да, вставай. Кто едет? Я не видел, что не просто. Ты едешь? Да. Раз, два, три, четыре, пять, пять, вообще. Зек, ты едешь? Зек? Да. Что, мёртвый? Нет пакета никого, я сегодня убью. Пакета нет, свободы. Да, ждём. Слышал, он меня сегодня убьёт. Спасибо, мужики, ещё раз. Спасибо, парни, спасибо. 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 Удачи, банан.